Парень молодой пропал в соседнем районе. Зачем ориентировку срываешь? О, Михаил нашелся. Да, молодой человек нашелся живой. Я много народу ищу. Когда за голову возьмешься? Ну как ж, швы сниму. Да, поиск пропавших, слушаю вас. Женщина 30 лет. Девушка 35 лет, лес. Ребенок 7 лет. А можно с вами? Поиски – это всегда борьба со временем. Никто никогда не знает, сколько времени у нас есть. Это его первый самостоятельный поиск. Если он ее найдет или найдет мертвой, мы поломаем штабчу. Ты тут при чем? При том, что голову свою мог раньше врубить. А еще мог. Мог не хоронить. Ты не можешь париться из-за того поиска, это не про тебя. Ты жесткий. Не нравится задача, путь домой знаешь. Циничный. Вот люди тупые. Он просто любит ее. И когда любит, особенно тупые. У тебя все поиски как игра. Штатище, что происходит? Я старше группы. Ответственность на мне. Ты же знаешь, что он псих, но он выполнит свою задачу. Дай мне шанс. Мне нужен кто покруче. Ну куда уж? А можно я с тобой?